Доброе утро. Девочки еще не пришли, не ушли на дойку. Но я пойду потихоньку затапливать печку, делать кое-какие утренние дела. Вот. Собственно говоря, жизнь как жизнь. Вот. Приду домой, кофе попью с женой перед завтраком. Вот, пришел, затопил печки, сделал утреннюю управку. И теперь будем читать с Ребеккой. А вы спросите, где Ребекка? А я скажу, она вот не любит, чтобы я ее снимал. Она сзади меня. Но поверьте мне, что вот она сидит на этом кресле. Потому что вот видишь, ее кружка с кофе и книга. Вон, у вас дверка есть открытая. Они понимают, когда их зовешь совцом? Бари, 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 бари. Бареньки, бари, бари, бари. Бари, бари, бари. Так, здесь-то все хоть закрыто. Даже травка еще есть. Бари, 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 бари. Мои хорошие, иди сюда, моя девочка. Да ты моя красавица. Да молодец. Видишь, какие умненькие. Молодцы. Молодцы. Привет, дом 2. Привет. Эй, ты кто? Мерлин Маркел, как тебя там? Привет. Своим телом огромным. Да, котушка, Федотушка. Слушай, такие молодцы, зашли ведь, а? Ну, слава богу. Вообще, слава богу. Что, приехали? Ты, наверное, замерзли сильно, пока ехали-то? Ты замерзла? Да. Пойди погрейся. Пойдем, чаек попьешь. А? Вот, овечки пригнали, загнали сюда к Жене. Вот, отбили маленькие небольшое количество, остальные стоят там. Ребята грузят сюда, а я тут черную иную. Вот такие вот дела. Разводишь, разводишь, за даром продаешь. Ну вот, продали баранов. 70 штук, 26 еще осталось. Вот. Там ребята хотят делать ночной рейс, приедут ночью забирать оставшиеся 26. А я сейчас домой поеду на ферму. У меня приехала рыбака меня спасать, но она не любит, что ее показывают, поэтому поверьте, что справа от меня сидит рыбака и рулит деликой. А я поедем сейчас на ферму, переоденемся, возьмем библии, рюкзаки и поедем на молитвенное вечернее служение. Вот как давно я рекламировал эту полю, она зашла на продажу, как только мы купили свою землю. Вот, и там сейчас живут Рожновы, вот сделали там ферму. Одних говядина у нас в магазине продается, говяжья тушенка. Вот впереди поле, а там впереди наша земля. Ну, вот сворот, короче, на нашу землю. Вот сворот на нашу землю. Основной дороги на нашу потрясающую дорогу. Ребекка переключает на 4 ВД и поехали. Это я специально показал Ребекке на руку, чтобы вы тут не говорили, что тут нету Ребекки. Она есть. Я снимал, как хотел снять, как мы с девочками спускаем овец, но у меня замерз телефон. Вот. Но почему мы спускали овец? Ответ на вопрос. Потому что ребята на грузовике не хотели подниматься вот по этим дорогам. Поэтому мы их спустили до Демина, чтобы можно было их там продать. Дакота свинота, привет. Вот
Кота с нами добежала до Демина, помогала гнать овец, а сейчас едет налегке домой на машине. Лежат, еще не свозили их. Все тюки свозили, что запрессовали в этом году, кроме 57 штук, которые здесь вот лежат на этом поле. 57 штук. Вот. И надо будет их тоже. Надеемся, их продадим и не будем возить на ферму. Прямо с поля продадим. Короче, вот. Вот, доехали до дома. Почти что здесь складируемая сено. Вот. Надеемся продать в этом году. Поэтому. А здесь, как говорится, дом, сладкий дом. Вот такая вот луна у нас всходит. На малину, вот и по серебру подкосил. Что такое, Дима? В 19 получается. Не, не пил на кореху. Интенсивная боль с грудиной. Оказывается, медицинская, ну да, еще проще. Сюда. Все, теперь назад катайся. Да. Сюда. Вот и теперь на этот, на другой бок. Маленько ко мне, чтобы волокуша из-под тебя выудить. О. Все. Так, вот. Жопку маленько сюда. Маленько жопку на меня сдвинь. Попу на меня. Попу двигай. Жопку двигай. Двигай жопку еще. Еще. Все. О, почти ровно. Так. Вот, вот, давай, вот ты сюда вот руки ставь. Да? Он у меня сел, да тут светло, полнолуние. Вы что, его по земле несете? Тащим. Здравствуй, Давидович. Ну скажи, ты нормально себя чувствуешь? Так. Оп, тут калитка такая. Ага. Все серьезно? Да, у нас, да. Все, пасы, поехал. Белокурю.